Когда мужчины выходят из дома, тогда их сопутствуют словами «Вастриди Дембал». Часто бывает даже вот элементарно, когда мы летаем в Москву на УМО, когда углубленное медобследование проходим, это у нас бывает два раза в году обязательно. И там, чтобы сделать обследование, нужно бывает снять майку, чтобы послушали сердце, дыхание и ношу крест. И они видят крест и удивляются: «А вы христианин?» Я говорю: «Ну да». «А вы откуда, соседи?» «И вы христианин, так уживаетесь». В нашей команде, если говорить о вольной борьбе, там уже все ребята знают, что Северная Осетия – это не мусульманская республика, и здесь живут разных религий люди. Также и мусульмане здесь живут, и православные, и христиане.